Привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. И хочу сказать вам всем привет. И кто не подписан, подписывайтесь. И сегодня я сниму вам бьюти-видео такое небольшое. И необычные штучки сейчас поделаем с вами. У меня есть вот такая масочка. Смотрите. Сейчас я буду ее с вами накладывать на лицо. У меня для этого будет вот такая кисточка. Это фирма Tarte. Эта масочка увлажняет. О, как приятно! Делает лицо. Очищает, увлажняет. И делает максимально, так, чтобы красивее было. Фирма Эвелин. Очень приятно. Уже я ощущаю такие приятные ощущения у меня. Очень хорошо. Вот такая пандочка получается у меня. Как вам? Напишите. Очень идет увлажнение хорошее. Так, сейчас я с ней посижу немножко. И пока я вам покажу, какой у меня я сегодня парфюм одела. Это называется Аура от марки Терри Мюглер. Аромат обалденный, освежающий, сладенький. Все, что нужно, необходимо. И там древесные нотки есть. Все, как я люблю. В общем, аромат необычный. Эксклюзивный, очень стойкий, такой шлейфовый, обволакивающий. Мне он очень нравится. Вот этот ароматик супер просто. Так, ну что. Сейчас у меня уже прошло примерно 5 минут. И хочу с вами еще поделиться такой новостью. Есть такая Набиуллина, глава Нацбанка России, Российской Федерации. И она вроде как смылась в Америку с деньгами российскими. Она была доверенное лицо Путина. И сейчас сбежала в Америку со всеми деньгами. Перед этим еще был пожар. Сгорели все документы в банке. Вот, так что очень интересные такие сведения. Новости, сенсация, можно так сказать. Вот, и уже начинает подсыхать эта маска, стягивает так кожу чуть-чуть. И я ее сейчас снимаю. Сейчас снимаю. Можно я прочитаю? Сделай доброе дело, помоги рекламе. Зачем герой? Так, ну, постараюсь аккуратненько все снять. Так, я снимаю, очень увлажнила мне кожу эта масочка.
Так, сейчас мы находимся в гостинице «Черное море». И здесь приятная обстановка, играет лаунжевая музыка такая. Вот, я уже почти сняла эту маску с мыла. И сейчас я буду делать макияж с вами. И буду использовать тени, палетку теней, которые я заказала. И при вас я открою эту коробочку. Вроде бы все я смыла. Кремик мой увлажняющий на лицо. Обалденный, приятный. Очень хорошо так он увлажняет. Он с гиалуроновой кислотой. Вот такая фирма. Обалденный эффект, классный. Я довольна. Буду покупать еще такие маски. Так, и сейчас я открою, точнее, нанесу тон. Тон нанесу. У меня для этого есть специальный... ребенок так орет. Специальный спонжик. Тон наношу. Красиво получается. И сейчас следующий у меня этап. Это у меня моим консилером. А вначале мне надо эти тени убрать. Я вначале их хочу убрать. Оранжевые тени необычные я сегодня накладывала. И я их убираю. Так. Напишите мне в комментариях, интересно ли вам такое видео. Я буду снимать для вас часто. Так, и сейчас этим... Как база она у меня, я ее использую. И вокруг глаз можно. Так. Ну, пальцем растушевываю. Так, и сейчас буду открывать мои тени. Открываю посылку при вас. Вот эта палеточка. И сейчас попробую нанести. У меня для этого есть специальная кисточка вот такая. И сейчас сделаем какой-нибудь интересный макияжик с вами. Нет, я недовольна этими тенями. Мне это не сильно ярко. Я думала, будут более яркие цвета. Хорошо, сейчас попробую. Оранжевый.
может быть, более яркий будет. Здесь есть матовые оттенки. Оранжевый более яркий, чем желтый. Но я рассчитывала, что более желтый будет более яркий, если честно. Более кислотные такие цвета мне хотелось. Вот как у меня ногти сегодня. Вот хотелось вот такие цвета. Да, и сейчас попробую сводч сделать. О, вот этот яркий, действительно очень яркий оттенок. Будет он у меня посередине, значит. И я его растушую. Так. Вот что получается у меня. И сейчас я уже пальцами наложу. Вот такой есть синий. Покажу вам сводчи. Сводчи вроде бы яркие. Куда мне его нанести? Ой. Ладно, синий не буду наносить. А вот желтого добавлю. Вот сюда. И вот что примерно у меня получается с растушевкой. Вот, и сейчас я попробую другой кисточкой нанести красный оттенок. О, красный действительно яркий. Я его сейчас вот так вот выведу сюда. Ну, в принципе, есть и яркие оттеночки. Вот. Так, сейчас я эту кисточку помою, чтобы нанести другой оттенок. Так. И возьму другой оттеночек. Ладно, возьму вот этот синий, попробую его вот так. Не так уж это и просто. Не, он мокрая не получается. Ну, в общем, я попробовала так себе. Не сказала бы, что вообще недовольна. Ну, нормально. Так. И теперь я беру. Для губ у меня вот такой карандаш есть. Натуральный оттенок у меня. И карандашом я растушевываю. Так, и следующий карандаш у меня черный, и я сейчас нарисую стрелки. Так, и
светло, таким темно-коричневым или светло-коричневым. Брови. Сделаю их более красивыми. Так. Вот что у меня получилось. В принципе, почти макияж я закончила свой. Все, в принципе, вот что получилось у меня. Можно добавить, в принципе, немножко блеска. И мой макияж уже готов. Вот, напишите мне, как вам понравился такой макияж. А еще я хочу глаза подвести черным. Вот так. Так. По-моему, красиво получилось. Ну, ребята, спасибо за внимание всем. И всем пока!